вами Бортгау. Нам на месте не сидится, и поэтому мы отправились в бар Манхэттен, где сегодня пройдет культовое выступление двух российских групп Pale Crow и Спасибо с совместным туром. Чек, чек, чек. Всем привет, мы группа «Спасибо». Мы рады видеть вас. Подходите ближе все сюда, потому что нас немного, и здесь будут самые активные танцы. Мы будем рады, если вы будете активно танцевать. Мы начинаем. Первая песня «Ляг и отдохни». Мне просто понравилась их музыка, и я хоть немного слышала у них, но то, что я слышала, меня зацепило, и я подумала, что было бы здорово как-то расширить свое восприятие музыкальное, прийти на концерт послушать. В очередной раз главная рыбка проекта Indie River привозит в Самару необычных ребят. Супер искренне спасибо с личными сокровенными текстами и нашумевшие Pale Crow, которые попали в альтернативный топ iTunes, засветились на страницах Rolling Stone. В общем, ребята делают свое дело и очень круто. Я, в общем-то, организатор тура ребят Pale Crow и спасибо. Вообще, в принципе, я организую туры по России и Европе, сотрудничаю с разными группами. Я приехал сегодня с ними, чтобы сделать крутую движуху в Самаре. Мы движемся дальше. Мы посмотрели много прекрасных городов, уже имели множество аншлагов, и в целом все проходит прекрасно, как мы и планировали. Меня зовут Борис. Я, в общем-то, организатор тура. Я пришел только потому, что что-то в городе происходит. Ну, что, ты парень, который бесплатно дарит наклеечки и плакатики, да? Я не из большой деревни. Да? Ты из маленькой деревни? Нет, я вообще не из деревни. Из деревни? Из города? Из поселка. Из поселка? Да.